Приветствую вас на канале Travel Cube Грузия. Я Амриетак, я представляю Travel Cube. Я хочу вас порадовать. По служебным делам на 2 дня очутился во всемирно популярном городе Борджоми, известном своим целебной водой. Именно от названия этого древнего города произошло имя этого фантастического грузинского бренда Борджоми. Этот небольшой, но очень знаменитый курортный городок очень красив и привлекателен. Он расположен в горах. Воздух в него поступает с высоких гор, а точнее с Борджомского ущелья. А что касается вод, я расскажу об этом всем, дорогие мои подписчики. Но я не буду утомлять вас долгими рассказами об этом прекрасном городе, об истории его целебной воды, о прекрасном воздухе с высоких гор. Вы это можете найти в интернете, но я покажу и вкратце расскажу только о 3 вещах. Как провести время в этом городе, это первое. Как пить теплый и холодный Борджоми. И, наконец, расскажу и покажу, где здесь серные бальнеологические источники. Давайте тогда за мной. Мои дорогие друзья, это главный вход Борджомского парка. Кроме вышеупомянутого, вы можете найти много интересного в нем. От красивейшей природы до разных развлекательных мест для детей и взрослых. Внимание! В этом здании раньше находился завод, где с 1840 года в бутылках развивали Борджоми. Эти старые, но неоценимые фотографии кажутся застывшими эпизодами из истории этой земли. Это то место, где Борджомский родник поступает из недр земли. И это очень теплая жидкость. Я сейчас научу вам, как пить теплый Борджоми. И когда пить теплый Борджоми. Идите за мной. Существуют строгие правила, как пить теплый Борджоми. Важно, теплый Борджоми надо пить до приема пищи. Приблизительно на полчаса раньше. И это будет плодотворно для вашего здоровья. Эта минеральная вода также Борджоми, но совсем другая. По химической формуле, вкусу и температуре.
Она холодная, и большинство людей, особенно молодежь, предпочитают пить именно это. Но если вы хотите очистить желудочно-кишечный тракт, пейте теплый борджоми, так как я учил вам. Если вы желаете получше узнать город, лучше всего объездить его на этом крошечном и симпатичном транспорте. Это электромобиль. С его помощью вы можете посмотреть все интересное в этом городе. Оплата за такое путешествие не так уж велика. Всего $15-20 за час. Как вы уже видите здесь, тут очень много разновидных электромобилей. Вы можете любую из них выбрать и увидеть центр и окрестности этого города. Поверьте мне, это очень клево. И еще всему этому вдобавок, здесь находятся прекрасные серные бани, которых вы найдете, если дойдете до последней точки парка. Так что встретимся завтра, очень рано утром. До встречи. Мои друзья, верьте мне, Борджомский парк всегда прекрасен. И вечером, ну а также и ночью тоже. Сейчас очень раннее утро. 7 часов. Очень-очень рано. И я сейчас готовлюсь принять прекраснейшую ванну. 7 часов на часах. Очень-очень рано. И я иду принимать прекраснейшую ванну. Серную ванну. И вам тоже стоит посмотреть. Я уверен, что вы весьма удивлены, почему иду я так рано принимать эту ванну. Я отвечу. Я потому иду так рано, чтобы дойти пораньше той толпы людей, которые также хотят ее. Для этого мне придется пересечь весь парк, потом идти по лесной дорожке, чтобы дойти до того места, где находятся эти серные ванны, созданные самой природой. О, какое страшное место, особенно в 7 часов раннего утра. Здесь могут быть и медведи. Вообще-то моя мать наткнулась на одного из них много лет назад, еще до моего рождения. Вы, наверное, догадались, это была всего лишь шутка. Здесь точно нету медведей, и зря не беспокойтесь. Thank you.
По строгой медицинской рекомендации, находиться в серном источнике дозволяется только 15 минут, не больше. И вот она, наконец-то, я в воде, я в этой ванне, я очень счастлив и очень доволен. Вся моя усталость улетучилась, словно облака. И сейчас, подойдите, пожалуйста. Я знаю, что эти воды замечательны для кожи тела, для костей, для суставов, для снятия напряженности, усталости, депрессии. Я каждый день рано утром хожу сюда и наслаждаюсь этими серными источниками. Ванны открываются в 6 часов утра. Я всегда первый посетитель. Мне это нравится еще и потому, что супруга здешняя. О, это огромная привилегия. Да, и у меня была возможность полностью ощутить, оценить и полюбить Самско-Джавахетский регион. Это действительно сказочный край. Ну как, стоит посетить ее? А как же? Ведь это особенная курортная бальнеологическая зона Грузии. Я сам из Ачари, из Батуми приезжаю очень часто и наслаждаюсь землей, водой, лесами, разными источниками. Такого ущелья нигде нету. Вот и все.